создания народа. А что, разве народ можно создать? Вот интересная вещь. Неужели народ можно создать? А с другой стороны, посмотрите-ка, мы же знаем по-славянски народ, значит язык, да? Вот язык является ключевым понятием, связанным с понятием народа. На поле боя будет встать нам спиной к спине и пальнуть по тем, кто нас посылает в бой. Потому что на самом деле ведь русских посылают в бой не русские, и украинцев посылают в бой не украинцы. Понимаете? Вот, а сегодня, завершая наш разговор, я хотел бы еще раз обратиться к обложке этой книги «Затмение». В повести, в слове о полку Игореве, мы знаем из этого замечательного документа, из этого замечательного произведения, что в 1185 году на территории сопредельной Киева, ну, в общем, на территории Киева, произошло солнечное затмение. Оно как раз вот и описывается, в частности, в слове о полку Игореве во время этого похода. Затмение вот этого качества богоподобия, но главного нашего, затмение ума, всех ужасные вещи происходят в этой темноте, в этой духовной темноте, и мы это видим. Но все-таки, рано или поздно, на краю этого черного диска вдруг чуть-чуть забрежет и пробивается первый луч, и вдруг вспыхивает этот луч. Свет снова пробивается, солнце, правда, пробивается снова. И тут мы понимаем, что это был еще не конец света, а только напоминание. Полезное для нас, людей легкомысленных, да? Нуждающихся в таких напоминаниях. Дорогие друзья,